одних дарів природи. Чудові властивості природних мінеральних глин відомі з найдавніших часів. Уже тоді її активно використовували не тільки в медицині, а і в косметології. Стародавні лікарі робили з неї різні медичні препарати і натирання для здоров'я та краси. І не дивно, глина добре допомагає позбавитися від бактерій, має абсорбуючий ефект і навіть виводить токсини з організму. Глину досить часто застосовують в дерматології. З неї виготовляють лікувальні мазі і пасти. Глинолікування діє при різних отруєннях, епідеміях і м'язових болях. В Україні найчастіші в господарському відношенні глини є у Вінницькій, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській та Хмельницькій областях і в північно-західному Донбасі. Полімінеральні глиністі породи поширені по всій території України. Види глини розрізняють за властивостями. По-перше, це колір. Вона так і називається – червона, блакитна, біла та інша. По-друге, пластичність, а також гігроскопічність. І ще одна особливість глини – вогнетривкість. Ця властивість застосовується в будівництві. А про використання глини в косметології розкаже ранковий гість. Продовжимо тему глини з нашою ранковою гостею. У студії Анастасія Кіндер, косметолог, і ми поговоримо сьогодні про чудодійні властивості ось глини, дарунка природи нашого місцевого і косметологічного, і медичного, і будівельного матеріалу. Чимало властивостей має глина, ми поговоримо, що і як можемо використовувати для здоров'я і краси нашої шкіри. Доброе утро, Галина. Доброе утро, дорогие телезрители. Действительно, глина – это уникальный природный продукт, который используется не только в строительстве, как мы уже слышали выше. Она используется активно из древних времен в косметологии, в медицине. Еще Гиппократ использовал ее до нашей эры. В дерматологии прикладывал к ранам, использовал как в виде мази, примочек. Авиценна тоже использовал ее и описывал ее очень такие свойства лечебные. Глина имеет абсорбирующий эффект, она впитывает токсины, тяжелые металлы, радионуклиды. С помощью этого улучшается процесс кровообращения, улучшается, конечно же, обмен веществ в организме. Также глина имеет антибактериальные свойства, с помощью которых она может лечить такие заболевания, как угревая болезнь. Также глина имеет свойство убирать болезнетворные бактерии, улучшать цвет лица, снимать раздражение, стресс кожи. В общем, о глине можно рассказывать очень много. Так, цілу лекцію можна прочитати, але ми розуміємо з вами, що це не та глина, де ведеться будівництво, вирила машина, котлован, і там якась така маса, і глина в тому числі. Це вже в сюжеті ми чули, є біла глина, так, є синя, є червона. Давайте трошки поговоримо про властивості кожної з цих глин. Да, конечно, і, можливо, глина... ви як фахівець дасте пораду, як можна її застосовувати у домашніх умовах. Глина отличается по плотности, по составу своему минеральному. Конечно, есть чистая глина, которая продается в аптеках. Она подходит практически под каждый тип кожи, как для жирной, так и для сухой, так и для комбинированной кожи. Конечно, для того, чтобы получить лучший эффект, нужно добавлять какие-то эфирные масла. К примеру, можно выбрать свежевыжатый сок алоэ. Его тоже можно добавить и для сухой кожи. Это будет шикарный эффект и увлажнение. Главное, все должно быть в меру. Глина разделяется по цвету. Красная, желтая, там, белая, вот каолин, голубая глина. Самая полезная из них – это голубая. Голубая и белая. Вот они лучше всех подходят под каждую кожу, снимают раздражение, имеют антибактериальные свойства. Голубая глина вообще имеет минералы с серебра.
и она способствует заживлению, регенерации кожи, улучшает кровообращение. Красная глина влияет на сосуды, на капилляры, улучшает их тонус, укрепляет. Желтая глина подходит для масок, для более возрастной, такой увядающей, тусклой кожи. Дает шикарные эффекты зеленая глина при применении для лечения угревой болезни. При высыпаниях различных, имеет антибактериальный эффект, токсины впитывает. Также скажи, нужно... Будь ласка, можно просто поїхати, наприклад, в Херсонську область, там поклади блакитної глини, або вийти на узбережжя, наприклад, Інгулу, там є джерельця і навколо них видно, що ось це поклади білої глини, накопати собі у відеречко і робити маски на обличчя, і прийде вам щастя. Ну, лучше делать все по месту, потому что глина, вот если она не аптечная, аптечная это очищенная, она уже подготовленная для масок, готова для использования. Если же есть глина, где-то мы нашли ее, там, да, вот возле родника какого-нибудь, то тогда в таком случае нужно ее использовать по месту сразу же. Намазали, натерли, да, вот местно, и в течение там, 10-15 минут желательно ее смыть, потому что эффект будет обратный. Она пересушит кожу, даст раздражение. Плюс такая глина, она не является хорошо очищенной. Она состоит из добавок каких-то минералов. Ну, мы не знаем на самом деле, что там. Это уже по местности, что где больше, какие металлы, соли где находятся. Поэтому лучше, конечно, использовать аптечную глину в домашних условиях. Ну и на природе. Нельзя забывать о том, что на природе. Но нужно использовать знаете, очень аккуратно. Знаете, как наши люди дістаються до ось цих покладів, я сама бачила, коли намазуються глиною і ходять, і вважають, що чим довше потримають, тим вони просто отримують неймовірний ефект і стануть кращими, як ото у казці, коли перетворювалися на царівну. Безусловно, на красуню та на безусловно, есть хороший эффект, но глина имеет свойство высыхать. И когда глина высыхает, к сожалению, она уже не действует, как маска. В таком случае ее нужно смачивать постоянно с помощью пульверизатора. Или же вот мы находимся на море, да, вот просто смочить водичкой. И опять-таки глину желательно не наносить на нежные места. Если мы говорим про лицо, то желательно избегать зоны вокруг глаз, губы. Если же руки, то внутреннюю поверхность, конечно же, тоже нежелательно наносить там большим слоем. Также, чтобы глина меньше высыхала, нужно ее наносить толстым слоем. Она тогда будет меньше высыхать, тогда будет полезный эффект. Мы будем ее смачивать, тоже будет продолжаться полезный эффект, но в течение хотя бы 15-20 минут, не более. Иначе мы получим раздражение и пересушенную кожу. Свои правила, чи є застереження або протипоказання для застосування глини? Конечно, конечно. Есть, к примеру, зеленую глину нельзя использовать для сухой кожи. Она будет пересушивать и не так хорошо действовать, как хотелось бы нам, не будет того увлажнения, того эффекта, которого мы ожидаем. Также нужно, если мы в домашних условиях используем глину, то нужно разводить ее теплой водой, теплой кипяченой, но не кипятком. Желательно можно даже минеральной развести водой, так будет лучший эффект. Мы получим еще для кожи. Да, да, да. Если же это сухая кожа, можно добавить сок алоэ. Тогда мы получим максимальное увлажнение, которое только возможно. Также глину наносить не более чем на 15 минут. И смачивать кожу. И во время того, как мы нанесли маску, на лицо это или же на кожу, желательно не производить каких-то там движений, да, нанесла маску и пошла танцевать. Такого делать не нужно. Точно так же про лицо. Нежелательно разговаривать в такой момент, потому что глина подсыхает, трескается и дает излишнее растягивание кожи. Вот так. Да. Тобто все добре в міру. И, как сказал один из давних відомих медиків славетних, все є ліки і все є отрута. Так? Да, да, да. Дякую вам, Анастасія. Побажаємо нашим глядачам гарного дня, доброго ранку, стежити за собою і з посмішкою починати новий день.